конечно. Чоси багаті, густі. Ой, як що з ножками? А? Що з ножками? З ножками була відчила ззаді. Косичка. А ми теж так вміємо косичку робити. Так всі вміють на такому покритці, знаєш. Если она вчера мне как овчарка разогналась, меня попросили второй раз треугольник сделать. Чуть помедленнее. Кони. А? Чуть помедленнее кони. А почему? Потому что не увидел, на что... Нет, не видел эксперта, что ли? Что? Движение не ему видел. Он не успел ничего видеть. Ну, кроме того, у нас получился не треугольник, у нас чуть-чуть круг получился. Угу. Свои правила пока вот так вот это член.
Меня в Финляндии спутала хендлер. Собак поменяла, номер не поменяла. Я не поняла, почему на сравнение вышел, ну, тот не тот, короче. Поэтому, а потом-то я уже по собакам смотрела, поняла. Аня, не этот ли кабель обыграл нас в лиге? И вас 24-й. Who Waterman? Он? Я не помню. Но Хендлера оно. Он от Star Wars Handsome as Hell и Hellerufanian Kiss. Ну, так себе. То нет. Есть полубрат, нет. Полубрат Бетти. Ну, надо посмотреть. Нас просто в лиге обошли. Или даже полный брат Бетти. Да? Потому что я не помню, от кого. Она, по-моему, от него, от Star Wars. Я не Бетти. Помню. Нет? Мне просто тогда в Риге не понравились кабели. Мне тоже не понравились. Которые выиграли. Абсолютно. И у них ни движения не было, не стоит нормально. То есть, ну, ну да, они стояли вообще. Нет, ни силуэтов в стойке не было. Ну, красиво. Ничего. Руи, оливейры, ничего по-другому. Ну да. Я решила поспать. Молодец. Правильно. Положила на это. Нос положила, вот так вот выпятила его. Торчки прикольные на шерсти. Как бы не с выставочной стороны, так что пусть так и будет. Нельзя. Да, здесь нельзя. Здесь причесаться только можно. Там стоит наша бабушка. Бабушка? Ну, замочится матери Дуси. Ну, понятно. Это вот это вот. Нет, вот в юбке. Ну, это в пиджачке. Да. Ну, в какой класс нам идти в момент? Выйти вот так вот в ринг, встать рядом с таким собакой, которая ставится в класс чемпионов. Шикарно. Выйти, постоять и выйти. Я подписался. Какие-то копыта вообще. Копыта, розовые. Ну да, пойдем в рабочую, да? Но в рабочем тоже можно выйти, постоять и уйти. И в любом можно выйти, постоять и уйти. А можно и в чемпионах. Не просто выйти. Прям наверняка. Ну ладно уж прям. Очень объемный класс. Ну, я очень, знаю, да, очень высокого качества собаки. Чтобы...
баланса нет в движении, да? Не получается. Кто это у нас такой? Последний, это как раз Вестбанк Zero Decrease. Какого года выпуска? Молодой, да? Молодой. 11-го. 10-го. 12-го, но 2-го, 10-го. Постарше у нас. Угу. Он какой-то уж прям как юниор. Не хватает объема. 5-летний, 7-летний, 6-летний. Нет, я имею в виду даже вот... Так он даже старше нас. Лапки дорогие, лапки дорогие. Так смешно. Маленький какой-то прям. Не маленький, у него объем не хватает. Поэтому так кажется. Лунтенький весь прям такой. Глава? Угу. Чуть-чуть папина. Хотя у Саги тоже хорошо. Все помнят. Хочу, а я... Когда кобеля взираешь себе. Ну, это одно из самых сильных, один из самых моих сильных впечатлений вообще в принципе этого года. Потому что я увидела его башку на фоне. Я такая, фу. Я когда его увидела вживую, это реально, наверное, самое красивое было, которое я видела. Но опять же, на твой вкус. Потому что кому-то вот не очень нравится, а кому-то вот, видишь, нравится. Знаешь, как может не нравиться вот этот вот наполненный клин, когда у тебя башка реально, то как будто ее там оттесали из там цельного куска. Не, ну тут, конечно, я понимаю, на вкус тебе товарищи разные, но мастер разный и все остальное, но, блин, не знаю. Мне такие бушки очень нравятся. И при этом вот что-то характерно вот, кобелей же, она потом шире сдается. Вот когда вот, ну, когда вот черепочек, вот эта вот такая вот башка узкая и такая вот такая, и потом она широкая в черепочке. Да, 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 да. Сейчас не буду партиями бегать. Нет, я знаю Марианну. Так. Однопамятника его. Не, не болеешь? Against. Думаю. Нет. Нет? Мне тоже нравится.
А вот эти барбурки? Я их уже забыла. А, я их не видела, я же уходила, собаку кусила. Я же начала пасы не видела. Я тебе видела. Да, посмотри. Да я сейчас увижу, господи. Я их чего-то, они вчера были и как бы... А, ты вчера видела, понятно. Ну, они, кстати, приятные кобели. Вот, по крайней мере, тот, с кем сама Ранфилд, мне нравится. Когда с первой подняли по поводу... По-моему, цепку за него. Нет, она тебе его выкладывала. Его? Да. Маркеры. Тут барбур вот с сиркалом первый стоит, а это вот второй с ранкером стоит. Тогда, слушай, а я думала, что второй его однопонятный. Сучья ленивертка, ты говоришь. Нет, подожди, первый. Первый, подожди. Первый барбу, второй барбер. Я просто подумала, что они второй, и вторым и третьим стоят. Поделим. Классно, приди, посмотри, вообще. Реально?
конечно, остался. Wild as Cat. Барбери этот самый. А кто? Четвертый кто? Гоуэн Геттек. А, все понятно, да. Рука уже стала держать. Не говори. Оставшихся четырех чуть-чуть потрогать. Да. Может даже побегать заставить. Да, вот смотри, она там дала. Блин. Посмотри на его линию вокруг движения. И что? Она прогнутая какая-то. Видишь, что у него жопу подбрасывает? От чего это? Это от того, что нет баланса, да? То есть спереда и сзади, да? Да? Ну, это место. Нет, профиль бежит красиво. Да, профиль красивый. Кстати, ну что, мальчик. Крачка такие хорошие. Ну, приятно вот, по объему вообще. Повыше.